Всем привет, мои хорошие, с вами Кеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Да здравствует разнообразие! У нас сегодня Nesquik с молоком, Nesquik Duo, и давайте приступим, не будем томить. Сегодня я встала максимально поздно, я планировала встать пораньше, у меня было просто куча дел, куча планов, поэтому сегодня видео вышло немножко поздно, потому что я не встала так рано, как хотела встать. Я собиралась пойти в супермаркет Браво, но я так и пошла, просто я пошла очень поздно, поэтому мукбанг немножко задержался. Вот, так что я извиняюсь, ребята, за это. Я стараюсь как можно больше, как можно чаще, разнообразнее снимать видео. Почему я пошла именно в Браво? Потому что там огромный выбор всего. У меня почему-то дрожат руки. Не знаю почему. Меня это немножко пугает. Смотрите. Вы видите, рука дрожит. Может, потому что я голодная. Получается, что я встала в 11. Пошла в Браво, пришла. Браво — это большой супермаркет. Один из самых крупных, кто не знает. Я прям дрожат руки. Может, от голода. Я не могу долго находиться без пищи. В общем, ходила я, ходила, думала, что купить. У них там продается обалденная курочка-гриль. Просто такой курочки нигде больше нету. Она просто настолько хорошо пропеклась изнутри. Я вот один раз купила там курицу, и все, подсела. Больше нигде не покупаю. Она не жесткая, она мягенькая. Хрустящая вот эта корочка сверху. В общем, если не пробовали, обязательно попробуйте. Но, к сожалению, из-за, наверное, карантина и все дела, курочек не было. Я вам снимала влог 2 дня, вчера и сегодня. Надеюсь, что выложу. В супермаркете я где-то, наверное, 3 часа ходила туда-сюда, туда-сюда. Думала, что можно купить и с чем сочетать. Интересные морепродукты. Были там. Но я даже не знаю, что это. Вот я отдам деньги, куплю. А потом просто даже и съесть не смогу. В общем, во влоге я вам покажу все. Сломались у меня очки. Я пошла, отдала в оптику, откуда их покупала. Потому что я купила их неделю назад. Получается, через неделю уже открутился шурупчик. Я сначала подумала, что они за ремонт захотят деньги. Но они с меня не взяли ни копейки. Сами починили, отдали. Потому что косяк был их. Я вам, кстати, не рассказывала. Когда я пошла покупать себе очки, я зашла в несколько мест. Самое такое, знаете, солидное — это Фокус. То есть ты заходишь, и ты понимаешь, что ты попал в руки профессионалов. Но там дороже, чем везде.
где-то в два раза. А так как у меня не просто, знаете, плохое зрение, у меня конкретные проблемы со зрением, а вот. Тут не самое главное была цена. Самое главное было то, что хороший профессионал подобрал мне очки. Потому что врач мне прописывает очки. Я одеваю эти очки, у меня все плывет просто. Я просто не могу в них ходить. Астигматы меня поймут. В общем, зашла я в один магазин оптики. Я рассказываю, как и было. То есть в детстве я носила очки, показываю вот эти очки. Мне прописали, вот такое вот у меня зрение было, мне прописали, я пошла, их купила. Я рассказываю, как все есть. И он так поворачивается ко мне, говорит, эти очки вы просто купили где-то на базаре. Я такая говорю, зачем мне вас обманывать? То есть мне прописали эти очки. Я пошла в оптику в России и купила эти очки. И он такой, нет, это вы знаете, говорит, это очки, они заводские. То есть в них не вставляли стекло. То есть мы спорим насчет того, что очки, которые у меня были в детстве, они куплены на базаре или нет? Вообще, какое ваше дело? Начнем с этого. И на самом деле, вот клянусь вам, я купила эти очки в магазине оптики. Я когда пошла в первый класс, у нас было полное обследование. И зрение, и там, не знаю, органы наши вот так вот щупали. Я сейчас, как сейчас помню. И тогда выяснилось, что у меня плохое зрение. И мне как бы написали бумажку, я с этой бумажкой с мамой пошла, не знаю, не помню, в оптику, в аптеку, и пошла купила эти очки. Взрослый такой мужик вовсю спорит со мной, что нет, это очки вам не прописали, эти очки вы просто сами взяли и купили где-то. Я уже разозлилась. Говорю, какая разница? Говорю, сейчас вот проблемы со зрением. Посмотрите, у меня бумажка от врача. Мне нужны очки по критериям этой бумажки. То есть иногда я готова даже переплатить, лишь посотрудничать с более-менее солидными людьми. Вот реально. Да ну вас нафиг, подумала я. Вовсю со мной спорит, что нет, эти очки ты купила на базаре. Но это же не так мне виднее, я их покупала, понимаете? Как ты можешь со мной спорить по этому поводу? Да и зачем мне тебе врать? Если было бы так, я бы тебе так и сказала. Но здесь такого нету. Просто в России, когда в первый класс ты идешь, тебя проверяют. Проверяют зрение, там, не знаю, разные, да, обследования ты проходишь. Я купила в фокусе. Там все солидненько, без лишних слов, с тобой обращаются на «вы», очень культурно. Вот сейчас что-то сломалось, что-то открутилось, сразу прикрутили, деньги даже не взяли, спокойно тебя выпроводили. Мне, кстати, еще звонили из фокуса и спросили, довольны ли вы вашими очками, нету проблем. Потому что иногда бывает, что астигматы меня поймут. Бывает, что покупаешь очки, а потом не можешь их носить. Тошнота и все дела. Вот. Глазки не привыкают. Я не знаю, ребят, что со мной. У меня прям руки трясутся. Вот я элементарно беру бокал. Я не знаю, вы чувствуете или нет, но у меня прям рука трясется. Вот. Я не специально это делаю. Почему так? Я сначала подумала, может, я голодная из-за этого.
общем, такие дела. Я развернулась, ушла и купила в другом месте. Именно из-за того, что человек прям спорит, что нет, ты купила там. А ты был со мной, когда я покупала эти очки? Поэтому мой вам совет. Покупайте в более-менее цивилизованных местах, даже если там чуть дороже. Так далеко от нас находится Браво, ну вот этот супермаркет большой. И по идее я так сравнила, знаете, цены почти такие же, как и в других супермаркетах. Единственное, из-за чего я иду именно туда, это просто мукбанки. Мне нужен выбор. Например, я собираюсь снимать для вас салат Цезарь для Айкука. Мне нужны были помидорки черри. В других супермаркетах очень трудно найти помидорки черри. Это я еще супер мелкие не нашла. А почем я их купила, вообще страшно представить. Очень дорого я их купила. Я не обратила внимания на цену. Взяла и пошла к кассе. Я была в шоке. Вчера вечером снимала видео для Айкука, и у меня не получилось приготовить так идеально, как хотелось бы. Я вам готовила сладость из трех ингредиентов. Знаете, получилось, но просто не идеально. Чувствуется, что готовила Айка, а не профи. Ой, как вкусно, ребят. Хотя я не очень люблю молоко. Не прям фанатка. А еще я не люблю плов. И мне часто пишут в комментариях, что Айка, сними плов. Я просто не люблю это. Вот каждое видео я говорю, я просто обожаю это блюдо. Это потому, что я действительно люблю то, что я снимаю. Например, в последнее время я очень полюбила мороженое. Я прям сохну по мороженому. Мне так хочется снимать для вас каждый день мороженое. 5-6 штук поставила перед собой, сняла мукбанг и е-ху, пошла, да? Но я понимаю, что слишком часто снимать одно и то, это как-то неинтересно. Я стараюсь делать хоть какое-то разнообразие. Я знаю, что Nesquik, например, да, этот мукбанг в целом, он вам, ну, не супер зайдет. Но я стараюсь делать разнообразие за счет того, что я много снимаю, чтобы не было повторений постоянно. Поэтому как-то так. Мне безумно приятно, что вы меня поддерживаете в комментариях. После того, как я начала выкладывать 3 видео в день, я получила просто такую отдачу, реально. Я просто была в шоке от того, что люди замечают, что ты стараешься, что ты снимаешь, монтируешь. И реально твой труд не остается незамеченным. Спасибо вам огромное за это. Я буду стараться делать еще больше. В общем, как-то так. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока.